Доброго всем вечера. Сегодня я играю в Road Rash, в много разных частей Road Rash. И начнем с самой-самой первой. Так. Я думаю, надо будет как-то балансировать громкость. Ну фиг знает. Вроде игра громкая. Давайте я, наверное, чуть-чуть потише сделаю. Надеюсь, так будет нормально. В первую часть я, честно говоря, не играл. Ее у меня на Сеге не было. И, в общем, от нее ничего хорошего не ожидаю. Это игра гонки или драки. Мне очень сложно себе представить игру драки на мотоциклах. Так. Что у нас есть? 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5. 5 трасс всего. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Окей. Ну, больше про гонки, чем про драки. Ну, я даже не знаю. Это все выглядит как-то... И они длиной примерно одинаковые, как бы, и в чем смысл? Music is now off. Это не то, что я хотел. А, во, я могу изменить свое имя и ввести какой-то пароль еще. Окей, я буду Slayer A. Паспорт инвалид, ну понятно. Давайте поедем. Окей. Ну и ебло у тебя, мент. А музыка ничего так. Ну, в общем, да, суть игры очень проста. Куча байкеров едут вперед по прямой. Надо приехать первым. В трехмерный графон Sega не умеет, но мне кажется, что в Road Rash она достаточно, ну, неплохо справляется с иллюзией этой трехмерности. Джо Дистанс неплохой, вот эти перекрестки вообще очень впечатляют, создают впечатление живости вообще происходящего. Рейтрейсинг работает хорошо на деревьях и прочем. И все, поскольку все линейно, то вопросов-то особо никаких нет. Да, до Road Rash с PlayStation я сегодня думаю добраться. Вот, ну да, слушайте, я что-то. Я почему-то думал, что первая часть не очень. Я был неправ. Она не так сильно отличается от. Ну, ёп. Так, не звоните мне сейчас. От последующих частей, точнее, хотел сказать. Rock'n'Roll Racing? Я не знаю. Я в нее как-то, ну, я в нее довольно много играл, но она что-то вот мне не тянет. Я хочу распрощаться все-таки с Сегой. Может быть, на повторном возвращении к Сеге я ее захвачу, как и многое другое, что я не успел пока что. Всегда ненавидел в гонках условный, что всегда последним стартуешь. Да, это всегда казалось как-то несправедливым. Это же гонки из FF7. О! Я стырил у чувака дубинку. Там так нельзя было. Там все враги ваншотились и... Там, точнее, там все враги тебя догоняли со скоростью Соника, а потом начинали рядом с тобой ездить, чтобы ты их убил. Сколько там хороших игр в NFS было? Две? Ну, может быть, я не знаю. Я как раз и NFS не любил никогда. И она никогда не была интересна. А вот Road Rash у меня была третья, и потом 3D. Вот они просто... Они мне очень нравились. Я очень много в них ездил. Из гонки вот никогда... Ух ты!
Чё? Чё? Почему я кричу? То есть я убил... Может быть, мне надо было их всех убить? Или я финишировал одновременно с тем, как я замочил этого чувака по имени Шива? Угу. Теперь мне я могу выбирать разные байки. Только у меня нет денег на них. It's yours. Окей. И Nintendo 64 не будет, я просто как-то, ну, не до того. И так много игр, наверное. Так, и чё? А, мне другую кнопку надо нажать. Какие-то хайскоры, байки, старт, если, ну, окей. Но у меня нет русской версии, я не... Что это за люди и почему мне не должно быть, должно быть не насрать на это? Вот я еще не понимаю. Так, ладно. Это важно. Как насквозь? Почему я проехал насквозь ее? Нет! Давайте теперь поэкспериментируем, что тут еще можно делать. Дом выглядел почти трехмерным. Во что врезаться? Во что врезаться? Давайте найдем, во что врезаться. Вот в тебя. Прикольно. И да, здесь можно бегать. Бля, этот спрайт! Это анимация бега! Вообще прикольно, можно бежать назад. Можно, наверное, до старта добежать. Если отпустить все кнопки, он сам будет к мотику бежать автоматически. Планирую ли я пробовать The New Nightmare? Да, надо будет, я думаю, да. Когда поиграю в любимый SPS 1, я хочу попробовать Alone in the Dark самые первые, и потом The New Nightmare. Смешные переводы, я думаю, отдельно. Блин, ну тут реально, что-то да, в первой части получается, что есть все то, что в остальных... Самый смак показывать игры на Сатурнах и прочей херни, потому что мало кто их видел. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, очень большой профит идет именно в ретро-составляющей, в плане того, что, ну, ностальгия. Именно те игры, в которые все играли. Я именно поэтому и играю в игры с Sega и PS1, потому что, ну, я сам в них играл, и куча людей тоже. Я понимаю, что есть какой-то определенный исторический интерес в том, чтобы рассказать... А, я сбил корову! Копы меня поймали за чем-то не очень хорошим. Но, блин, реально эта корова орала каждый раз, как я проходил мимо. Ничего я не делал плохого. Да блин, что это за люди? Почему они все такие уроды? Я все-таки хочу сбить это. Не, я не могу сбивать людей. Почему? Что, я врезался в пустое место? Этот дом исчезает и появляется, и кажется, я какой-то гигант по сравнению с ним. Не, серьезно, мне кажется, я больше, чем этаж этого дома. Я не хочу шутить про Панина, у меня весь день сделан из шуток про Панина, и это отвратительно. В смысле, Панин отвратителен, даже, ну, безотносительно всего.
Вот на самом деле в первой части я понял, что управление какое-то не очень приятное. Его сразу заносят, он наклоняется и начинает землю с собой вытирать. Эти люди, копы и участники гонки, мне напоминают. Но это как бы да, но... Не успел в дом ехать. Ну как бы, что они мне пытаются сказать и зачем? Я от этого как-то, не знаю, погружение в мир игры не очень получается. У меня от этого, от этих морд с репликами. Ну, в общем, все как-то более или менее однотипно, что ли. Нормас. А где копы? Еще было всегда интересно, может ли здесь машина сбить, если постоять. Наверное, нет. Ладно, осталось разбить байк окончательно, и можно на следующую часть будет начать. Что-то не получается в дома въезжать, но вообще... Ну-ка. О, это же логотип Electronic Arts. Только на надпись, на букву не хватило разрешения, но логотип узнаваемый. Привет, мужик. Привет, как дела? Как дела, чувак? Иди сюда. Это он мне типа проехать не дает? Сука. Он не смог поехать назад, поэтому он не смог меня поймать, когда меня сбила машина. Блин, как смешно. Он что, там и останется? Или он за мной поедет? Мужик, давай, иди сюда. Это он меня, помню, он меня подгоняет, я даже газа не жму, он меня бодает сзади, я разгоняюсь. Блин, абсолютно дисгастинг. О! Невозможно ехать просто рядом с ним, чтобы бить его. Он все время обгоняет, чтобы быть спереди. И у него полное здоровье, несмотря на то, что я все время пытаюсь его бить. Блин, я этого несчастного рудбоя сейчас убил. А коп бессмертный получается в этой игре. Ужасно. Забирай этого чувака, коп. Так, ну я надеюсь, он его забрал. Теперь осталось врезаться во что-нибудь как следует. И посмотреть на сценку, когда у меня байк разбит. И это все? Не знаю, какой-то Heavy Chew Speedmaster. Что-то, в общем, не очень. Блин, ты да не в стелс, ни в гонке не можешь. Так я специально кусты ищу, чтобы посмотреть на гамовер. Нет ни у кого тут лиц совершенно. Вы что-то про какие-то лица говорили. Вы были неправы. Давайте посмотрим на вторую часть. Ну ладно. Тут как-то уже получше. Что у нас в опциях? Один игрок, музыка, да, левел один. Так, ну ладно. Т-
Так, что из чего нам можно выбирать? Аляска, Теннесси, Вермонт, Гавайи, Аризона. Я думаю, Гавайи будут, наверное, самые красивые. Как не видно? Четко видно, что Обама пытается схватить Путина. Почему? Почему в вашем представлении эти президенты такие безликие? Чё-то музыка мне не нравится. Блин, на главном экране была хорошая, но в Гавайях прям какой-то ужас. Такая бабонга, которая не бабонга и не тащит и вообще. Я бы на месте гавайцев обижался, что их такими африканцами делают. Неплохо я нырнул. О-о-о! Я думал, короче, здесь только мотоциклисты, говнюки. Блин, эта анимация такая же. То есть, я не знаю, меня одному она кажется совершенно нелепой и очень смешной. Блин, и опять рудбой. То есть тут что, абсолютно те же люди, что и в первой части? То есть они только декорации перерисовали, получается? Я другой разницы что-то даже не очень вижу теперь. Ну, хотя эти знаки поперек дорог не стояли в первой части, но, может быть, они на более высоких уровнях сложности там появляются. Нет, 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 не заносись. Анимация мне что-то напоминает. Мне тоже, но, блин, мне кажется, это какой-то комичная гифка какая-то была или что-то в этом роде, потому что, блин, это выглядит настолько нелепо. Ой-ой-ой! Вау! Вау! Во, здесь копы уязвимые, я набил ему морду только что. Почему в первой части ирландец был неуязвимый, я не понял, но... Holy shit, я не ожидал, что я с куста подлечу как... на трамплине и в итоге выживу. Надо понимать, что аддоны в то время можно было выдать за сиквелы. Да. Это так. Абсолютно. Но просто с другой стороны, как бы, в чем, не знаю, в чем может быть здесь суть аддона? Не то, чтобы здесь были какие-то сюжетки, не то, чтобы здесь могла быть действительно какая-то новая сюжетная кампания. То есть просто набор декораций. Дайте нам 40 баксов за новый сет локаций. Ну, что-то как-то звучит не очень. Вау-вау-вау-вау! Сука. У него тоже здоровье... А, он тоже, что ли, упал? Говнюк, я морду тебе набил. Он за мной бежит. Сука, иди сюда. Иди сюда, я тебе морду набью. Сука, не могу. Не хватает кнопки панча во время пехотных сегментов. Я еще тогда лепил одинаковые игры. Еп. Да. Блин, это я на финише, получается? То есть, когда я в первой части так финишировал... то я нанес удар последний, а здесь, блин, прямо на финише мне с первого места сбил этот чувак и в итоге сам себя обломал тоже. Блин, я мог бы его обогнать, быть третьим, но предпочел попытаться набить ему морду. Я даже не знаю, Вермонт, Теннесси, какие-то штаты причем такие, которые, по-моему, ну, не то чтобы особо известные или интересные. Так, ладно, важное. Сука, сиби. О, они сказали... О! Может быть, это все-таки значило, что я их задел? Mission Packy was a thing. Ну вот, мне хотелось бы, чтобы это были какие-то миссии. Здесь даже нет никакого подобия сюжета или кампании. Я вот об этом. Блин, такие березки, как будто это... Тут я в Россию приехал, слышите? Мне нравится. Да, учитывая, насколько однотипные были локации в первой части,
Я начинаю понимать, чем вторая нравилась людям. На таком фоне приятно ехать. И опять, я опять спиздил дубину. Второй анимации появились. А, ну да, заставочки на финишах. Да-да-да, это там было абсолютно. В первой с заставочками все было совсем грустно. Ух ты, церквушки. Как мило. Да, и музыка наконец-то нормальная. Ну, я так подумал, что с музыкой только на Гавайях уныло. Еще пинать можно. Так, ну кнопка А — это тормоз. Пинать. А, пинать — это вниз и удар. Отлично. Блин, как анимация тоже смешная очень. Yeah! Я прям танцую. Не знаю, дубиной как-то поувереннее себя чувствую. С другой стороны, вот опять же видно, что... да, видно, что это Россия, потому что пейзажи красивые, домов вообще нету. Все полное пустырь, только ебаная корова прямо на дороге лежит. Да, вот какие-то домики пошли, и это... Это тоже копипаста с первой части уже. Умри! Сука. Он отходит назад, регенится и потом возвращается. Все, больше не порегенишься. Хи-хи-хи-хи. А на козла тут можно вставать? По-моему, в третий можно... Нет, или... В общем, в третий, я помню, было очень много трамплинов, это меня очень перло. Я во второй совсем мало играл и не помню. И трубы те же. Ну что-то да, полный реюз ассетов. Блин, надо было людей задавить. Как же он орёт стрёмно. Заставочки милые. Занятно еще то, что да, даже декорации на них те же, на которых я ездил. Прикольно. Но пипец, какие-то морды мне говорят какую-то хуйню. Если это Россия, то тогда играет за хирурга. Нет! О, это чё? Блин, я даже не посмотрел, где я, что я, кто я. Короче, спрайтов на их смерть не нарисовано, но явно их можно, по крайней мере, задевать. Ну, хотя бы так. Знаете, что самое смешное? Это что сейчас были индейские тотемы. Я вот от этого охренел сейчас совершенно. Это явно Аляска. И в ней индейские тотемы. И вот тут я такой вообще, типа, это типа, что это? Это типа, как вообще? Какие нахрен индейские тотемы в Аляске? Так, ладно, попробую ехать, несмотря на дорогу, смотря в чат. Мотоциклисты выглядят карликами на фоне зрителей. Да? Мне кажется, наоборот. Ну, во всем случае, а дома выглядят карличьими на фоне мотоциклистов. Был здоровский Road Rash на первой PlayStation, было клево на него посмотреть. Да-да-да-да-да-да, я обязательно... обязательно. Я думаю, что я на Сеге долго не засижусь, просто потому что, ну, блин, они какие-то одинаковые, к несчастью. Ой, палатка там была синяя. Это забавно. Тотемы? Может, это Silent Hill? Ну, блин, не, ну, смотрите, 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 смотрите. Ну, что это такое? Это абсолютно точно индейский тотем, которому на Аляске вообще никакого места нет. Говнюк. Пизды тебе. Ха-ха! Нефтяные вышки. То есть, точнее, нефтяные
я не знаю, нишки. Ну, в смысле, блядь, чё они размером? Почему он так страдает от приближения к нефти? Ебать вас, я ухожу от вас. Что за чушь вообще? Что в этой игре происходит? Это флюгера. У нас вот такие, блядь, Вася сделал. Блядь, я бы еще машину догоняю сейчас. Охуенно. А сейчас он назад автоматически побежит и ебанется об нее. Давайте посмотрим. Давайте еще раз правее возьмем. Да! Я ничего не жал, он побежал автоматически и ебанулся в машину. Давайте еще раз. Genius! Fucking genius вообще. Да че я настолько крупнее машины? Ебать, я каскадер! Просто вообще. Блин, жалко, тут, наверное, не так много интерактивных объектов, но вот эта вот стоящая машина, об которую он автоматически делает сальто. Ой, лось! Жалко, сейчас я, наверное, не слезу с мотика. Я бы хотел с ним познакомиться. Ну-ка. Блин, вообще не... Мне кажется, вне дороги ехать здесь даже выгоднее. Ты прыгаешь на каждом кустике, ты ни во что не врезаешься. На дороге злые машины. А вне дороги все так весело. Давай три уже. Да, сейчас. Найду еще что-нибудь, обо что можно разъебаться. Помню, сейчас там был снеговик. При том, что все свежее. Не, да, я понимаю, что он автоматически бежит на байк. Именно поэтому я его так маршрут и смог скорректировать. Меня очень забавляет то, что машина стоит, мужик мой автоматически идет пешком и просто об нее... Блин, палатка это трехмерный объект, он через нее перешагивает. Все остальное нет. Ладно. Enough! Третья часть. Играю ли я в World of Final Fantasy? Да! И на самом деле, у меня не так много времени, чтобы в нее играть, а рецензию надо скоро написать, так что, блин. Ух, тут сразу музон тащит. Как мне World of Final Fantasy стоит брать, на чем играешь? Ну, мне на PS4 дали. Я бы советовал на Вите играть, по возможности. Вот, и... ну, так себе, я не знаю, не могу особо ее хвалить. Ну, и особо сильно ругать тоже. It's okay, it's fine. Ладно, самое важное в Road Rash 3. Здесь... появились... А, блядь, здесь еще не... Блин, тут Токио не открыто, блин, Японии нет. Обидно. Ну ладно. Здесь появились... Во-первых, спрайты убийства людей. И это лучшее, что только здесь может быть. Во-вторых, здесь появились страны с левосторонним движением. Вот, и вообще разнообразие дофига. Вон Килиманджаро на горизонте, тут носороги. Всякие негры хотят, чтобы я их сбивал. Не успел. И мне ничего за это не будет, умри, зебра.
Вау, Xenoblade X уже эмулируется? Вот это да. Вот, блин, трамплин я не взял, но трамплины есть. Наверное, я... Да, наверное, на козла нельзя вставать, но трамплины позволяют... позволяют летать очень хорошо. Негр только что прямо поперек дороги стоял. Тут люди суицидальные, тебе ничего не будет за то, что ты их давишь. Это классно. Мотоциклист нормально бегает? О, как я слетел с этих аборигенов-то! Я помню, да, мне очень нравилось ездить и давить людей. Очень весело. Спрайт похож на спрайт из Mortal Kombat? Вроде нет. На козла попробуй, а как? То есть кнопки всего три. Одна тормоз, одна удар, одна газ. Что бы я ни делал с кнопкой газа, он не встает никак. То есть, нет. Кнопка вниз, ну, она не делает ничего. Кнопка вверх тоже. Правый стик попробуй. Да, это пятый резик спрайтовый. Да, вы помните, там же была... было несколько сцен, где... мотоциклисты набегали на врагов, то есть на героев и атаковали. И да, здесь еще больше забавных сценок. Ладно, Британия. Fatalities. А знаете почему Fatality? Все потому, что левостороннее движение. Шифты. Там три кнопки всего и ничего больше нет. Ну, забавно, но здесь вот реально можно видеть, что все спрайты новые. То есть домики другие, машины другие, все выглядит иначе. Так я хочу сбить этого мудака. Блин, ладно, не получилось. Не, музыка прикольная. То есть, действительно, третья часть, она прям... Ultimate 16-битный Road Rash. И, честно говоря, я даже сейчас... Что-то я сходу не могу больше вспомнить, что еще... Такого же интересного, хорошего я выпускал в 16-битные времена. Напомните, пожалуйста. Ну, у меня просто что-то вот... Даже больше памяти нет. Что еще делал я тогда? Ну, вот кроме страйков, да, и Road Rash'ей. Фига я его под... кинул вверх. А. Не, ну да, был Shift Mode назывался, и да, его и он практически реально нигде не использовался никак. Синдикат, спасибо, да, синдикат это и вроде бы я.
Хотя, блин, не знаю, Bullfrog. Ну, блин, я уже тогда его издавал или нет? Я вот не уверен. Я помню, что Bullfrog разрабатывал все-таки, в отличие от вот этих вот игр, где я являлась самим разработчиком. Ну, блин, спорт это неинтересно. Спорт она всегда делала. Alien Storm? Я ее не знаю. Блин, вы видели, как классно? Я спасся от машины, подпрыгнув на трупе другого обмутка и в итоге врезался в... Ring of Power? Она хорошая? Рискин Роуд Рэш на роликах с Китчен. Оу, вот это что такое. Bullfrog был внутренней компанией я не уверен, всегда ли просто. Как известно, все эти внутренние компании я, они же какое-то время имеют самостоятельность, да, потом их как бы выкупают, потом их угнетают, потом их убивают. Ну, как Westwood и все остальные. Игру про Полтергейста не я делал, а я не помню, кто ее делал. В общем, короче, все три части про одних и тех же людей. Что за дела? Короче, в прошлой части Россия была штатом Вермонт, в этой части России это Германия. У меня уже хлыст, он остался с предыдущего раза. Прикольно, если так. Rings of Power делал Naughty Dog. Да, я реально, вот очень забавно, что до Crash'а Naughty Dog же делали какую-то хуйню сплошную. Помню, ни одной игры у них не было такой, чтобы ее все хвалили и говорили: да, это Naughty Dog. Блин, весело, куча спрайтов уникальных, куча всего. В первых двух частях этого все-таки слишком сильно не хватало. Цепочка, это они хлыст. Ну окей, хорошо, цепочка. Выглядит как, я не знаю, как полиэтиленовый пакет скрученный, честно говоря. На самом деле мой байкер, блин, выглядит, как будто он едет одетый в целлофановый пакет тоже. Значит, доктор состоял из двух человек. Как заправский Бельмон. Так, ладно, наконец-то. Теперь я могу побегать. О! В этой части он не орет, когда сталкивается с объектами. Он их сам двигает. Мужики, правда, орут. Jailbreak? Да, я думаю, будет. Да, и Sega могла выдавать музон. Ну, я думаю, Contra Hardcore это показывает гораздо лучше, чем Road Rash. Но вот третий Road Rash, он тоже, вот он в плане музыки очень солидный. Так, кажется, сейчас будет опять. Отпускай джойстик. Оп. Да, это никуда не делось. Он сам бежит в машину и дохнет. Машина стоит. Ну ладно. Сейчас последнее, что я сделаю, это задавлю этого мужика, который охал и ахал. Да. Ну ладно. Это были Road Rash на Sega. А теперь давайте переключимся на PS1. Блять, это кто-то еще меня не мог обогнать все это время. Окей, ладно. Сейчас. Так. Ага. И переходим на PS1.
Как ты думаешь, ремастер 12-ки будет как кривой порт FF Tactics или допилит как Tactics Ogre? Я думаю, нет. Так как Tactics Ogre они не будут допиливать, это был какой-то уникальный, офигенный случай. Я думаю, это будет, ну, в лучшем случае, как FF10. Точнее, даже нет, как FF10 с небольшими изменениями к лучшему. Ну, там баланс починит, допилит контента чуть-чуть, ну, я имею в виду балансного такого. Так что это не так плохо. Не Tactics Ogre, конечно, но... Если что, я впервые вижу эту игру, но у меня была только 3D и Jailbreak, а этой не было. Это прыжок копа. Какие страшные нахуй люди. Я думал, что если я уйду с PS1, меня... По крайней мере, прекратится этот адок в плане еблищ рандомных и ужасных. Но нет. 90-е страшное время было, конечно. Ёбла, блядь, ёбла! Ёбла! Ёбла стали еще страшнее! Road Rash 32 бит. Вот как эта игра называлась на самом деле. Блин, что? Господи, это они мне сейчас говорят, что не повторяйте в реальности? Сука! Все, они что-то мне отбили желание играть сейчас. Я не успел, блин, ничего сделать, но мне показывают эти страшные ёбла и говорят, блин, if you die in the game, you die for real. Фрэнк Жираф. Блять. Дмитрий Детчев. Рандомные еблища — это суть Road Rash, очевидно. Но теперь мне кажется уже, что действительно, да, в этом действительно вся суть. Ну, музыка не такая плохая. Но заставка, конечно, очень чизи. Gross. Ну да, sounds about right. Короче, походу, игру делало меньше людей, чем эти заставки снимало. Вот что очевидно теперь мне стало. Блять. Видеокаст. Winners, losers. Господи, delinquent kid. Dog trainer! Собака неизбежна! Это они повторяли это на заставке некоторых NFS, а может и всех? Блин. Ну, неужели прямо перед игрой? Я просто реально, я впервые такое встречаю. Soundgarden. Хоть что-то известное. Я, правда, у них знаю только одну песню. Ее, очевидно, здесь не будет. Да, вот просили сильного композитора. Вы, наверное, сейчас могли увидеть, что здесь, какие здесь исполнители. Стереотипный закос под Soundgarden пишет. Но это ведь и есть Soundgarden. Ну, в смысле, они здесь есть. И, очевидно, просто, наверное, похожие группы брали. Меня еще всегда удивляло, что какой-то Dolby Surround. При том, что Sony PlayStation... А, у нее был отдельный выход, наверное, под этот цифровой аудио, конечно. Ладно. Что? Что? Мне не дали ничего нажать. Они запустили заставку повторно. Блин, я не знаю, меня ебло эти... Я не готов. А! Что? Нет!
А, это автоматически демо игры запустилось, которая загружалась, я не мог это прервать, и после этого она сказала мне, что... Я ничего не делал. Если что, проходит где-то 1.5 секунды после того, как я нажал на кнопку, еще и до того, как что-то сработало. Тут я понял, что надо вот это сделать, чтобы мы слышали музыку вообще. О, можно послушать что-то? Ну понятно. Ладно. А, это... Блять. Я просто не могу с того, что я нажимаю на кнопку и проходит 1.5 секунды до тех пор, пока что-то происходит. Так, судя по всему, здесь 5 трасс и сортир. Ну, давайте... Avoid mindless tourists. То есть их можно сбивать. Все, спасибо, больше мне ничего не нужно. Вроде бы эту часть показывают в передаче от Винта. Ну, я ее не смотрел, поэтому не знаю. Но у Soundgarden есть очень известная песня Black Hole Sun. Блять, дыра. Даже здесь дыра. Скажите, я боюсь, что... Боюсь, что игра, может быть, стала громче, чем Sega. Ну, может быть, мне так кажется. Так что вы скажите мне, если что не так. Стрим не забанит за музончик? Я надеюсь, что не забанит, но я в игру же играю, в конце концов. У меня что-то такое ощущение, что игра какая-то ускоренная. Вроде бы настройки все нормальные, почему меня машина не сбила? Пейзажи, конечно, после Сеги вот именно трехмерные пейзажи очень радуют. И даже музыка, на самом деле, чем-то напоминает то, что было в Road Rash 3 только что. На козла попробуй. Не знаю, я жму все кнопки опять. Треугольник. Не... Ой! Что-то я, кажется, немного не определился, куда ехать. Ладно, какая тут анимация бега. Блин, ну как бегаешь, что совсем ужасным кажется локации. К несчастью. Ну ладно. Кстати, да, хороший вопрос. Какого хуя вместо музыки? Я думал, что здесь будут песни. Может быть, это тоже что-то из той музыки, которая там была, только без вокала? Я боюсь, что... Ну да, я не могу здесь повлиять на музыку. Опять эти имена, опять этот биф. Может, что и Наташа здесь будет? Косяк в том, что драться сложно, но у меня только что получилось. Я понимаю, на самом деле, да, о чем вы говорите. Я это заметил, ну, когда я после третьей части перешел на 3D сразу. Да, в третьей части враги словно подъезжали к тебе и останавливались. И поэтому постоянно проходили потасовки, а здесь, ну, ты их честно обгоняешь и все. Но мне... Не знаю. Да, я, конечно, действительно, мне кажется, что надо было больше какого-то упора делать на потасовке, но, возможно, надо было как-то, не знаю, боевую систему лучше делать в таком случае. Да, бэкграунды не предназначены для того, чтобы их вблизи рассматривали, да, это точно. Но вообще, ну, они, вообще вот впечатляет, даже, ну, как бы... То есть понятно, что они довольно бедные,
Но трехмерность, она очень идет на пользу игре. Впечатление совершенно гораздо лучше, чем от третьей части. Ну и качество музыки тоже. Прям. Блять, я не смог сбить его! Но никого не сбил. Эх. Помню игру на 3DO? Понятно. А я выиграл. И это типа подразумевалось, что его схватила за хуй какая-то баба-байкерша без лица в шлеме и пошла с ним ебаться. Если у них. Если. Ну вообще я понимаю, это, теперь я все понял. Я понял. Она не снимает шлема, потому что у них у всех вот такие же ёблые. Теперь понимаешь, что когда она снимет шлем, там будет Aphex Twin. Поставь уровень в городе. Попробую. Я хотел бы, ну да, еще немножечко. А, вот The City, да. Так, что там у нас еще? Не чувствую прогресса для восприятия. Не знаю, для меня вот очень заметно. Я больше не хочу здесь побеждать. Да, да, это кошмар какой-то, как... Ох. Начни кампанию. Ну... Я не увидел здесь никакой кампании. Я увидел 5 трасс и все. Jailbreak был... Не, ну Jailbreak вообще в 2000 году вышел. Да, блядь, ты ёбаный хипстер, сука, умри! Ах, какое хорошее начало. Ещё! Блядь, нет. Нет! Ладно. Хорошо, хороший повод, чтобы вернуться к этому хипстеру на своих двоих и отпиздить его... Я не могу идти на... Блядь, серьёзная игра? То есть я не могу идти вниз на камеру дальше моего драндулета ебаного. Это можно было делать, блин, было еще. Кто так стоит на перекр... Она спрайтовая. Она спрайтовая. Не, вообще серьезно, это... Первое впечатление от игры было очень позитивно, конечно, из-за графики, но... Вы, блин, понимаете, да, что они налицензировали кучу музыки, и она совершенно не играет во время гонок. Это, блядь, как вообще? Это, блядь, чем надо нахуй думать вообще? Вы чё, блядь, делаете? Он танцевал сейчас там прямо посередине улицы? Ёбаные люди. Я сейчас должен был просто от лобовой в машину улететь, но нет. Я свернул направо и задавил мудака. Танцуют все. Я тебя не забуду, чувак. Да. Не успели толком раскрыть весь потенциал PS1. Ну да, они вообще игру на 3D уже делали, как мне кажется. Ее на ПК еще портировали, ну да, и на PS1. Вообще умно они сделали то, что
в городе постоянно повороты, поэтому не так заметно то, что дальность прогрузки хреновая. Ну, то есть сейчас вот заметно, но да, когда дорога постоянно туда-сюда едет, бля, то когда дорога крутится, то это, в принципе, выглядит довольно органично. И это хорошо. Наверное, в эпоху таких игр родился спрос на чиптюн и прочую 8-битную музыку. Нет. Он родился, блин, когда пошли уебанские оркестровые саундтреки на PS2 и позже. Смутное ощущение, что нормальный музон бы тормозил игру. Нет, потому что ты в любых вообще нормальных играх на PS1, в очень многих, у тебя полностью уровень, хотя да, здесь невозможно полностью уровень, наверное, загрузить. Да, я понял, уровень должен стримиться. Yes! Я хочу по просторам погулять. Бля, я не могу же назад вернуться. Я все время забываю. Какой отстой. О, камера на... Камера отдаляется. Дайте катсцену с копами, да. Ау, The Edge! Просто акаб. Вот это да. Ну, короче, блин, сейчас следующую часть я запущу, и вы увидите, что хороший музон не мешает... Блять, эта картинка. Короче, нет, не везде делали музыку в формате CD-аудио. Я так понимаю, что в Road Rash'ах это невозможно, потому что здесь уровень стримится. Очевидно, здесь весь уровень не умещается в память консоли, и его нужно стримить. Ебать, что ну как, блядь, как вы... Особенно меня радуют звуковые эффекты. Вау, вы видели? Ее нельзя сбить, она просто раз... Окей, ладно. Надо было быть... Главное, помните, что надо быть более настойчивыми. Вообще, я удивлен, что вообще игра это подразумевает, что когда я въезжаешь в этой девушке взад, на небольшой скорости она просто разворачивается и такая... Че тебе надо? Компания тут есть, можно выбрать персонажа, карты будут увеличиваться по длине. Но их всегда будет 5. А, понятно. Эй, motherfucker, серьезно? Отлично как. Back off, окей. Долбоёбы, не знаю, где надо переходить. Вот здесь. Здесь надо переходить. Бля, он подпрыгнул на этом знаке. Не знаю, я что-то... Я не могу с музыки. В первую очередь с музыки. Ладно, надо проиграть гонку. Давай, я просто хочу еще посмотреть, какая будет анимация на проигрыш. Поэтому я так стараюсь сбивать всех туристов. Jailbreak, ну, сейчас, до Jailbreak'а должна быть моя любимая часть. И в ней тоже можно, кстати, покататься по миру. Кстати, вот вам хорошая задачка, может быть, вы скажете мне. В какой гонке появился открытый мир раньше всего? То есть я гонками не так сильно интересуюсь. Вот, так, не то чтобы знаток. Вот, но для меня это Road Rash 3D, это 97-й год. Если вы знаете что-то еще пораньше, скажите.
Road Rash 3D же Да, блять, все Road Rash и если уж на то пошло. Тест-драйв? Да, в каком году был тест-драйв? Мне просто... 94-й, 5-й? Эта музыка — это преступление против всех тех песен, которые они лицензировали. Так, так просто нельзя делать. А, еще тут, блин, да, тут еще шифтами можно поворачивать. То есть shift — это... левый shift — это немножечко влево, правый shift — это вот так вот немножечко вправо, а если это совместить еще со стрелочками, то он нахуй перевернется. Тест-драйв 1, 87-й. Что? Такое бывает? Is that even legal? Карантин 94-го года. С открытым миром. Блин, я про карантин даже не слышал. Удивительно. Обычно про такие, ну, эпохальные игры как-то много слышишь, но что-то карантин незнакомо. Test Drive 3 с открытым миром 90-й год. Круто, круто. Ну а чё, не эпохальное? Чё, ты типа открытый мир не штырил? С другой стороны, я не могу вспомнить такую прям гонку с открытым миром, от которой прям все бы ссали с кипятками и ставили ее на пьедестал. Ну, как там, например, за четвертый резик в свое время. Так, ну давайте проигрыш. Здесь все видяшки связаны с бабами какими-то отвратительными. Это ебло. О май гад. I'm done. Так, поехали следующую. Так. Угу. Ну, ролики, короче, все как всегда. Опять производство роликов, небось, дороже, чем производство игры. Драйвер Сан-Франциско? Да, не, абсолютно. Может быть, это действительно лучшая игра Ubisoft. Мне сложно сходу назвать что-то лучше ее. И да, это действительно отличная гонка с открытым миром. Все абсолютно так. Мне просто интересно, какая первая гонка с открытым миром так всех проперла? Возможно, да, возможно, какой-то Underground, может быть, Underground 2. Я вот, это все мимо меня прошло совершенно. Я про Underground знаю только Рон-Дон-Дон.
Короче, блин, не знаю, но, в общем, саундтрек этой игры просто, просто классный вообще. Куча таких, немного попсовеньких, но приятных композиций. Sugar Ray, да, вообще, отличный пример. Вот, я после этой игры, я по этой группе я дико угорел. У нее всего один альбом, но, блин, он клёвый. И вот по этой тоже. Инструментальная версия этой песни вообще, по-моему, я нигде ее не видел, кроме как в этой игре. Ну, кидрок это кидрок. Так, ладно, поехали вот под этом. Да, не буду Big Game, нафиг все. Совершенно наплевать. Саундтрек просто потрясающий, я не знаю, он мне прям... Угодил в самое то время, когда только начинал слушать такую музыку и ровно в точку попал. Сама игра, ну, как можно видеть, она не так сильно отличается от предыдущих. Дороги некоторые шире, трафика где-то совсем сильно больше, и это прикольно. Можно на дыбы вставать. Все трехмерное. И вообще говоря, да, открытый мир. То есть я могу сейчас взять и поехать не туда. Мне будет это говно сверкать поперек экрана все время. И если я свалюсь, меня развернет. Но я могу ехать, куда я захочу. То есть вся эта карта штата нарисованная, она... она не просто так. То есть здесь честный открытый мир. Блин, и копы такие агрессивные, сбивают на обочину. Очень эффективно. Эта игра была у меня на диске, я ее ненавидел, при том, что обожал Road Rash 3, распробовал в прошлом году. Не, да, мне тоже переход с третьей части на эту дался очень тяжело. Но со временем, да, мне пришлось привыкать. Все казалось, что все не то, что все хуже. В плане геймплея управления. Но потом я распробовал. Если я все правильно помню, то, по-моему, в стране игр про нее писали, что... что за хуйня, пятикопишный, там, пятирублевые пиксели, блин, огромные, размером с монету, фу, что за графон. А я такой, ну, что-то не знаю, когда едешь на такой скорости, у тебя хороший draw distance, ну, как тут, в принципе, можно видеть, по-моему, достаточно солидный. Кто ж тебя мордой в пиксели-то тычет, если ты только не вылетаешь с мотика? А зачем тебе вылетать с мотика?
Ну-ка, я могу развернуться сейчас? Ой, это коп. Я его пропустил вперед. Ха! Иди нахрен, коп. Да, с козла можно тачки перепрыгивать, как в джейлбрейке. Я просто сейчас не хочу рисковать, потому что, и, во-первых, коп, а во-вторых, я слишком далеко уехал не туда. Вот. Тогда нужно будет Тони Хоука постримить. Я совершенно не горю. Может быть, через годик, когда у меня кончится все то, что я хотел. Итак. Играл в Thrill Kill? Нет, Thrill Kill я не играл. Ну, пишут, что боги. Я тоже, я не слышал ничего особенно сильного насчет этой игры. О! Можно в ебло себе смотреть. Рок! Так, нет. Такой внедорожник, наверное... А, нет, перепрыгнул. Но от этого прочность теряется. То есть теряется ХП мотоцикла от прыжков через машины. Поэтому злоупотреблять не стоит. Блин, этот хер по-прежнему здесь. Блять, этот коп тоже... Я спиздил у него дубинку, и он тоже вылетел на... И да, по-моему, здесь нельзя бегать. Здесь тебя автоматически телепортируют на твою машину. Вот это вот мне очень сильно не нравилось после третьей части, потому что бегать там было очень весело. И когда враги бегали, их можно было сбивать, и это было очень фаново. Прям ultimate payback. Блин, трейлерный городок. Так мило. Вот, вообще-то я не знаю, что еще могу рассказать об этой игре, кроме того, что, ну... Интересно, я сейчас вернусь в тот же город, откуда я начинал или нет? В принципе, я все время сворачивал налево. Теоретически, после нескольких поворотов налево я должен был сделать целый круг и, возможно, вернусь на старт. Это было бы очень интересно. На Reddit был IMA с автором первых Road Rash, и эту часть сделали без него. Он был против реалистичной физики мотоциклов. Ну вот, мне сложно сказать, потому что я предвзят. Ну, мне как-то, я не знаю, мне здесь... Вау, какой-то шар странный. Сейчас, погодите. Тут же можно подъехать, посмотреть. Охренеть. Что это такое, блин, зачем люди такое делают? Вот это вот мне очень нравится. То есть понятно, что этот мир очень мало детализирован, и вообще все города там тоже такие двухэтажненькие, довольно скучные, и каких-то уникальных сооружений не так много. Но вот эта вот возможность реально затормозить и нарисованные стены, я ожидал этого. Затормозить и рассмотреть, она доставляет. Я бы в этой игре постоянно забивал на гонки и катался по штату, просто любуюсь. Но вот что я сейчас и делаю, да. Мне нравится это, вот это... А, помню, я проезжал этот мост в начале. Вот, еще мне нравится то, что здесь реально... Да, реально сделал круг, офигенно. Я выезжаю теперь на трассу, классно. Здесь трафик варьируется. То есть в городе, как вы видели, сейчас ну, там 6 машин сразу. На шоссе вот на этом, по-моему, реально, ну, может вообще все полосы могут быть перегорожены машинами. Посмотрите, как они в ряд едут. Вот, и это очень интересно, потому что это создает реально разные условия. О, можно камеру отдалять? Да, наверное, в таком трафике это даже удобнее. Это реально разные условия, в отличие от предыдущих частей, где, по моим ощущениям, трассы только декорациями отличались. Здесь все, ширина колеи, количество трафика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не делай так. Ну да, декорации, в общем, все новое. Это очень интересно было. И да, может накрыть собственным мотоциклом при падении, и это уебет еще больше ПХП, да.
Это американская сельская местность, тут куча таинственных хуйни, пришельцев и так далее. Шар не должен меня смущать. Ну да, наверное. Ну-ка я перепрыгну. Да. С одной машины перепрыгнул следующую. Но мотик разваливается. Опять ты. Вот, а группа Full on the Mouth. О, да, я, кажется, Fuck the Police. Она, да, по-моему, выпустила всего один альбом, когда мне очень захотелось скачать всю мою любимую игровую музыку в районе там года 2003-го, я вообще нигде не смог ее найти, то есть ее в интернете в принципе не было, вообще нигде, ни на каких файлообменниках, я перерыл всякие peer-to-peer сети, нигде не было даже ни упоминания, ничего. В итоге, по-моему, на Амазоне кто-то с рук продавал копию, и мне посчастливилось, в общем, ее купить. Так что я даже не знаю, есть ли музыка этой группы в сети сейчас. Не проверял. Вот, но, по-моему, весь альбом такой приятный. Ну, то есть не супер выдающийся, но действительно приятный. Какая финалка блок что-то напишу? Блин, ну скоро. Я сейчас занят тем, что я играю в World of Final Fantasy, который я, в принципе, мог бы постримить в субботу, наверное. Но если вы смиритесь с тем, что я от этого отложу МГС... Блин, если бы предыдущая часть была, я бы сейчас добежал до финиша. Но нет. Я вынужден ехать. Так, а если я сейчас в это въебусь? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Я прокинул! Кинул мудака с флагом. Отлично. Ну, скоро, да. Надо просто время найти. У меня нет времени, потому что мне надо очень быстро проходить World of Final Fantasy. И... О, здесь более интересные трассы. Так, сейчас надо музыку другую выбрать. Как ощущение от World of Final Fantasy? Ну, она средненькая. То есть я особо ругать ее не буду, но никаких восторгов у меня по ее поводу нету. Ну вот, мнения разделились. Кто-то хочет МГС, кто-то хочет World of Final Fantasy. Проблема в том, что два стрима, но я не потяну, потому что мне, блин, ее проходить надо. У меня и так времени нет. Вот сейчас у меня опять мог бы эти пару часов ее попроходить. Но нет, я показываю Road Rash. Взял скоростной байк, и он такой скоростной, что мне сложно справляться с управлением. Ух. Я бы предпочел, чтобы ты его допрошел ГЭС, а потом сделал один стрим по World. Просто проблема в том, что World пока не вышла у нас. Она выходит в пятницу у нас. Вот. И она как бы, ну, новинка. И многим и актуальна она сейчас. Вот. И поэтому я понимаю, что, ну, как бы... Тормозить надо перед поворотом. Блин, окей, хорошо. Я привык гонять на медленной хуйне, на которой не надо тормозить перед поворотами, потому что она такая медленная. Ладно, хорошо. Хорошо, попробуем. Попробуем не слишком гнать. Мне все равно заносит. Ща. Блин, как бы еще чат при этом читать? Блять!
Пля мельницы. Церковь такая солидная. Не знаю, инструментальная версия этой песни, она довольно прикольная, потому что вокальная она совсем другая. Инструментальная вообще нигде нельзя было найти. Так, да окей, давайте покатаюсь по миру. Поеду не туда. Ай! Эти гоночки заставили захотеть перепройти Flatout Ultimate Rampage? Ну, наверное, она веселая. Блин. Первые Road Rash нравились тем, что у соперников есть personality. Какие нахуй копы вообще? Вы чё? Это же time... Ну не знаю, мне вот наоборот эти personality никак не запомнились, ничем не понравились. То есть они просто какие-то морды между миссиями на меня орут, и я такой, блять, вы кто вообще? Вы чё вообще? Чего от меня хотите? Зачем вы на меня орёте? Я согласен, что здесь гораздо меньше personality, ну, даже в компании тут какая-то херня происходила. Ну. Ну, в общем, такая вот занятная игра. Не знаю, что вам еще сказать, да, кроме того, что тут прикольный открытый мир и клевый саундтрек. Ладно, может быть, сюжетку включить? Ну так. Весь кайф Бернаута в его скорости, чтобы убиться нах, а потом возродиться и снова... Нет, весь кайф Бернаута для меня был в том, чтобы сбивать людей, то есть сбивать противников. Это реально вот первая гонка, да, после Road Rash, которая меня вот очень этим порадовала. Третий именно. Я играл еще во второй Бернаут, мне он показался очень скучным и пресным, и вообще неинтересным вообще ничем. А третий, блин, с этими тейкдаунами, смакующимися еще, это было просто что-то. Я в нем почти все сделал, и в Ревенже тоже, и вообще, они замечательные. Да, естественно, там никакой совершенно физики нет. Ну... Потому что игра, собственно, об этом. Игра про то, как ты, блин, раскидываешь противников в стороны, и в стены, и с обрывов, и вообще. Очень весело.
Ой, The Crew, да, ее же даже бесплатно уже раздали, по-моему. Я даже не помню, я ее хоть взял себе или нет. Ну, в общем, да, вот эта вот игра, что-то мне кажется, да. Я понял, что третий все-таки, третий хуже. Самое главное, музыка. Музыка должна ебошить. Если бы в предыдущей части музыка из меню играла во время гонок, она бы тоже ебошила. Но нет, только это. Только с этой части, с открытым миром и с веселой музыкой во время гонок, не знаю, по-моему, Road Rash стал крутым. Вот, ну да, но к несчастью в нем не было нормального мультиплеера. Вот чего еще, кстати, что было в третьем и чего нет в 3D. Сплитскрин. Вот, и Road Rash Jailbreak это очень... Очень изящно... Ух ты. Очень изящно решил, сделав коляски и посадив второго игрока в коляску. И это сделало игру веселее, при этом это конечно, сделало ее менее играбельной, потому что второй хер с коляской обязательно начинал пиздить того, кто был за рулем. А вот что такое этот шар был! Блин! Блин! Теперь я понял, этот шар был для того, чтобы в нем крутилась тёлочка из заставки. Офигеть. Ладно, последнюю. Нет. Так. О, те же самые уроды, что были в 3D сейчас. Да, те же самые уроды. Они, наверное, подумали, что у них какой-то сильный сюжет, и эти банды людей интересуют, судя по тому, что они их решили повторить. А вот, а, это наши герои. Вау. Блин, ну ёбло. Вы были абсолютно правы про ёбло. Невыносимое ёбло, прям обязательная часть всех Road Rash. И меня очень удручает, что она последняя. То есть, почему бы не выпустить что-то на PS2? То есть, понятно, что здесь технические ограничения очень... О, господи. Кино. Hunt, what are you calling that for? Так, самое важное. Классный выбор. Моно или сураунд? Стерео не дано. Ладно. Что тут у нас есть? Лучшее название для группы.
Бля, какие вы скучные. То есть, с таким названием вы должны... Охуенно, блин. Вот, вот, слушайте, эта игра, это такой 2000 год. Я смотрю сейчас сюда, я не знаю, это просто как возвращает реально 2000-й. С этими имейлами, блядь, они в игру, в ебаную игру впихнули имейлы. Господи, блядь. В общем, из этих всех названий я только вот это вот это слышу. Так, full campaign. Ну, эти компанию посмотрим немножечко заставочек. Four valves per cylinder, double overhead cams. Pun, pay attention. If helmet can win with this thing between his legs, so can I. Не, ну да, то, что имейл на Оле, да, это вот, это абсолютно 2000-й. Потрясающе, просто потрясающе. Ох. Типа, мне выбирать, за кого я катаюсь, и... Что? Почему я должен... Что это за... Окей. Так. А, то есть разные байки, один аркадный, а другой типа симуля... Окей, ладно, давайте аркадные сделаем. Где лучше ехать? Пустыня. Сити. Давайте Сити посмотрим. Карта прикольная, но здесь что-то, да, здесь очевидно open world особого нет. По три дороги примерно в каждой локации, судя по карте. Ну, в смысле, не... Банду... А, ну это я сделал уже, да. Блин, здесь кружок это не бить, а смотреть назад. Какого хера? R1 это бить? Причем L1 это... Что, господи, блядь. Не говорите мне, что у меня управление не настроено. Не, ну крестик это едет, у меня управление явно нормально. Что-то здесь не так. Ладно. Так, карта из Цивы. У меня такое ощущение, что музыка заела. Я не понимаю, как это возможно, учитывая, что я играю с образом. Что нахрен происходит? Возможно, эмулятору нужен какой-то фикс для этого, но я просто... Я никогда не играл в нее. О, донаты. Ей. Да. Не знаю, что ей может помочь? Может быть, не знаю, может быть, фреймскип ей поможет. Хотя вряд ли. Не, ничего не поможет. Крутая отрисовка бы... Блин, надо было смотреть на дорогу, а не в чат. Ну да, модель в каждой части все позорнее и позорнее. Но... О, я могу здесь бегать? Yes! Да! Отлично! Это главный недостаток 3D, мне кажется, что нельзя бегать пешком. Отрисовка бэкграундов, да, приятная. Да. Да, это Епск-Се последний. Ну, то есть не последний, там 1.9.
1925 или типа того. Но я просто что-то не ожидал такой засады, в меню она не глючила, и что она себе внезапно позволяет. Да, почему музыку заело, я не понимаю, это бред. Я, знаете, если бы я играл с диска, я бы подумал, что дело в том, что, не знаю, на диске какая-то царапина или типа того, но... Ну, я набью ему морду. Это было Родраш 3D, это хуёвое 3D. Не, ну декорации тоже, локации довольно прикольные, по-моему. Я не думаю, что это песня такая, но явно заело, причем на самом начале песни дурацком. И я не знаю, что с этим делать. Я думаю, я доеду трассу все равно, ну как бы не прерывать же. Дороги в каждой части еще шире и шире. Ну, это нормально, когда на них появляются машины, больше машин. Мне кажется, это как бы, да, это здраво. Да. У меня на всех дисках царапины оставались. Кто ж так с ними обращается? Так, ну это скоро закончится, эта трасса. Это мне... Я просто с музыку сам уже задолбался слушать такую нехорошую. Open World есть разные места с мостами сегодня. Не, ну в принципе, мне нравится мир. Я вот только... Блин. Я в нее мало играл. Но вот сейчас я ее запустил, и мне нравится то, что я вижу. Жалко, опции нету, блин. Мужик не может автоматически найти себе. Так, ладно, что у него еще есть? Может крутить голову. Ой, ладно, сейчас самое важное. Что будет, если... А, все? Окей, я... А, я был еще этой девушкой, я, блин, себя не узнал, думаю, какой-то негрила, бугай. Жуткие ёбла. Ну, давайте так проеду. Хотя... Board game, no. Я бы, блин, настройки хотел посмотреть, музыку там, что-нибудь. Ладно. Что думаю про закрытие Evolve? Я думаю, что... что грустно. Я так в нее толком не поиграл в full команде. А я хотел бы поиграть в нее в full команде. Ну, блядь, не, ну вы видите, да, что происходит? Нет, это... Мне придется отключить звук, наверное, просто чтобы... Офигеть, и я не могу выйти в меню сейчас? То есть мне сейчас игра не разрешает просто выйти, музыку отключить, да? Ну это как-то очень низко, мне кажется, со стороны игры. Теперь я ей недоволен. Ну, раз музыка глючит, значит мы не послушаем этой музыки. У нас будет surround говно. Да. Фритоплейная модель не оправдала ожиданий. Ну, да. Я надеялся, что получше пойдет, но... О, господи. Это я... Теперь я женщина-полицейский. Да, видите, вот вы видите эту модельку? Это женщина-полицейский. Вот, судя по тому, что по портретику, который я увидел. Да. Исход битвы определяется рандомом? Ну, нет. Суть всего того, что выжившим надо его найти раньше того, как он отожрется. То есть там, на самом деле, довольно очень весело играть, если у тебя нормальная, как сказать, сбалансированная команда. Вот.
Да, потому что поначалу выжившим легко замочить монстра, потом на третьей фазе, да, монстру легко замочить выживших, но ничего прям не... Ой, а если брошу свои обязанности и уеду? Вот, просто если... Даже если монстр отожрался, это не гарантированная победа, и даже если его там... быстро нашли в начале выжившие, тоже не гарантированная победа. То есть всегда есть возможность все поменять. Какой пидор! Все поменять. Вот. Игра довольно любопытная. Это женщина, я все еще вам напоминаю. Я побегу искупаюсь. Нет. Ну да, ничего про сколько, про то, сколько сервера будут держать, не говорили. Я не знаю. Я бы, может быть, когда-нибудь еще поиграл, но, блин, как правило, слишком много всего. Ждем, когда моба от Gearbox постигнет та же судьба. Это лейтенант Таша, блядь! Сука, и вот я не знаю, вот я... Саркисян, блядь, на эту игру нет. Какого хрена я беру лейтенанта Ташу и получаю вот эту вот хуйню? Если ты угадал и побежал от выживших, у тебя есть шанс победить. Если побежал к выжившим, шансов нет. Так ты наоборот гонишь в начале. Ты же в самом начале выбираешь вообще, куда тебе идти. То есть выживших поначалу нет, ты прячешься. В этом-то все дело. Это скорее выжившим может, не может повести или не повести с тем, чтобы найти тебя как монстра. Ну я как, блин, да, я рецензию на нее писал, я в нее много довольно играл, и... Нет, в том-то дело, что... За монстра ты прячешься всегда. Нет волхака, который позволял бы выживших палить? Есть там варианты, которые позволяют палить выживших. Что-то трасс мало совсем. Окей. Давайте последнюю трассу посмотрю. Ну, я что-то, я не знаю, я не очень проникся, наверное, джейлбрейком. Здесь мир хороший, но, блин, музыки не хватает. Ебать, почему я гладиатор? Бля, ебать, я с кактуса улетаю. Есть там определенные в Evolve возможности палить, где находятся выжившие. Они наступают во всяких, не знаю, в птиц, условно говоря. Они начинают стрелять по всяким крокодилам. То есть там можно понять, где они находятся. Точно так же и монстр тоже поднимает птиц, там оставляет следы и так далее. То есть в этом плане, в плане баланса, там, мне кажется, все в порядке. Хорошо полетел. Да, причем с кактуса полетел. Вот это меня особенно порадовало. Как только начал, наехал на кактус и в небо отправился. Ну, примерно такой же в американских мультиках всегда было, типа про этого койота. Сел жопой на кактус и сразу от боли улетел в стратосферу. Yes, я лечу! Нет, я лечу. Ну да, я помню, что здесь можно вдвоем, что один играет за карлика в коляске. И это забавно, но на самом деле не очень, потому что второй здесь как третья нога. Ну, в плане того, что, знаете, как это как играть за вспомогательного персонажа, как ее там, Наталью, в Revelations 2, например. Ну, это слишком асимметричный кооп, и... Тот, кто играет за заведомо хромого персонажа, ему не весело. Он не едет. Поэтому, когда я играл с товарищами в нее все время, им становилось скучно, они начинали меня пиздить по голове.
И в итоге мы проигрывали. А им становилось скучно, потому что они не рулили ни хрена. Вот, ну да, локации мне очень нравятся, прям приятно. Здесь меньше перекрестков, да, чем в 3D, но сам мир очень милый. Приятно по нему ездить. Было бы приятнее, блядь, если бы музыка работала, я не знаю, что с ней такое случилось. Ух ты, какой мост! Классно! Можно на сплитскрине. Окей. Core Gameplay в Evolve приедается очень быстро. Ну, может быть. Я просто играл как раз не так много, чтобы судить. Для меня самой большой проблемой был, конечно, недостаток коммуникации. Мне кажется, в Evolve надо играть именно впятером, чтобы и... четверо охотников были братюнями, и монстр тоже. Чтобы не было такого, допустим, что вы играете вчетвером, а монстр там какой-нибудь имбовый хер, который... который просто уничтожает вас. Блин, вот это нефтекачки, я верю, это не то, что там в тех частях Сеги. Вот. Ну и, соответственно, и наоборот, чтобы если, там, не знаю, за монстра побеждаешь этих четырех, то... был какое-то дополнительное удовольствие, что победил знакомую тебе команду, а не просто рандомных несчастных... Yes! Дырки всегда в локации. Блять, тупой коп тоже там же грохнулся. Ха-ха-ха. Ох. Ну, Borderlands изначально делалась из-за коопа, потому что она плохая, ну... Borderlands — это Diablo. Если бы в ней не было бы коопа, да, она была бы плохой. Я считаю так. Может быть, в следующий раз Turtle Rock сделает что-то топовое. Ну, может быть. Бля, НЛО. Весело здесь. Прикольно. В общем, да, и я еще не видел, не играл в новые... короче, как минимум две новые игры пытаются повторить успех Road Rash. Это Road Redemption, которая, я не знаю, она вышла уже из Early Access или нет, но, в общем, у нее были такие прохладные отзывы. Я не знаю, может быть, ее доделали, может быть, ее хоть как-то повеселее сделали. Я помню, ее добавил в Wishlist в Steam и просто как бы, ну, не знаю, жду как, когда-нибудь. Все равно мне играть некогда, уже не во что. Так, не падай. Вот. Что еще? Ну да. И была еще какая-то, я уже забыл ее название. Но недавно показывали, короче, это именно с открытым миром гонка на мотоциклах. Че? Первый? Я не могу быть первый. Ну ладно. Ну забыл название, но... Окей, хорошо. Так, ладно, на этом, я думаю, все, играть я особо больше не буду, сейчас уже потихоньку закругляюсь. Да, в PS Plus дают Everybody's Gone to the Rapture, это хорошо, и Gone Home раздали, тоже хорошо, я рад, что хорошие Walking Sim'ы людям достаются бесплатно, больше людей поиграют, это приятно, вот. Так, в Steam положительные отзывы на Road Redemption, да, сейчас? Ну, хорошо, значит, возможно, ее допилили, и все стало лучше. Не, ну, не Ride to Hell, и не, господи, не прости боже, Axel Rage, нет. Ладно, если я ее найду, если она будет хорошая, вы и так о ней узнаете, но... Она еще не вышла, та, о которой я говорю. Я видел трейлер, где-то в течение последнего месяца выходил трейлер. Я хотел запостить на Канобу, но потом пошли какие-то более срочные новости, и просто уже я, в общем, не успел его оперативно выпустить. Ну, ладно, на этом все. В общем, это Road Rash, это последняя часть Road Rash. После нее выходили какие-то... выходила какая-то фигня на... на GBA и на Game Boy Color. Что-то типа того, но это были... На GBA вроде был как раз Jailbreak, но явно это было какое-то кастрированное говно, потому что такого GBA не могла выдать, естественно, и неудивительно, в общем.
Да, жалко, мне очень жалко, что Road Rash не пошел дальше. По-моему, даже в интернете я видел прототипы, то, что я прототипировала, по-моему, для PS2 или даже PS3, возможно, для PS3. И я надеялся, что они что-то бы выпустили такое. Мне кажется, что выпустить бесхитростную, прикольную какую-то вот именно мотоцикловую гоночку с потасовками веселыми сейчас в качестве какой-нибудь downloadable игры, мне кажется, было бы вдвойне уместно. Но нет. Воу. А почему вот этого не арестовали, который сам... А, или это был цивилиан? Понятно. Nintendo 64 пишет, был очень плохой. Ну вот, ну... Верю, охотно верю. Ну, в целом, не то чтобы серия была очень хороша, ну, прямо говоря. На мой взгляд, она веселее, чем Need for Speed, просто потому что все необезличено. Это не обезличенные машинки, это мотоциклисты со своими еблетами косыми с персоналити. Ну, это очень условно, конечно. Но я говорю про больше как-то потенциал, который, мне кажется, можно было реализовать. Я знаю, что с мотоциклами вышел DLC для Burnout Paradise, но, по-моему, все-таки это не то, когда мотоциклы уже заведомо гоночной игре. Я бы предпочел даже какой-нибудь спин-офф бюджетный, скачиваемый. Но, очевидно, не судьба. Ура, я победил эту фигню. Мы запомним это бонусное время. Не, больше не об этом. Я о том, что... я не так, наверное, выразился. Да, ебло страшное. Я не об этом. Я о том, что когда ты катаешься на мотоцикле, по крайней мере, ты видишь человека на мотоцикле. Когда ты едешь в машине, ты видишь машину. Мне кажется, что вот это делает мотоциклы более какими-то личными. Не вот эти вот ебло отвратительные. А то, что у тебя твой персонаж физически ощущается там в деле. Вот так вот я лучше скажу. Ладно, спасибо, что пришли. Это были Road Rash, целых 6 игр. Небольшая разница. В субботу, да, я не знаю, что там, что вы хотите, МГС или World of Final Fantasy. Может быть, не знаю, может быть, я могу World of Final Fantasy показать до МГС-а быстренько. Я не знаю, конечно, время найти ли мне, как мне найти. Ну да, я могу показать World of Final Fantasy быстро и потом переключиться на МГС, например, так. Вот, ладно, приходите в субботу вечером. Спасибо нам, спасибо вам и до встречи. Пока-пока.